Всем привет, дорогие друзья, это канал Game World, с вами Артём, и мы продолжаем прохождение игры Dishonored: Death of the Sided. Так, давайте-ка выберем себе оружие. Всё, они перепутали. Последний ну давай, мне не до шуток. Оу. Ей в голову попал, а у нее походу каска ее спасла. Интересно, кто это был. А где она? Не уйдем. Не планирую. Я буду мстить. А ну вернись. Получай. Красиво. Бежать некуда. Ты запомнил. Фига себе они меня. Чуть не покромсали, блин. Баиньки. Так. Еда есть. Немножко денег, кстати. Еда и немножко денег. Так, а тут у нас что? О, блестяще. А тут у нас пусто. Так, ну у горничной ничего. Так, ну это книжка просто. Так, блин, это бред какой-то. Нам нужны коды. Коды к сейфам. Коды к сейфам. Я уверен, что здесь есть сейф. Да, кстати. Походу... А! Я догадываюсь, где амулет находится. Так. Монетки. А тут у нас что? Монетки? Нет. А, нет, это тоже деньги нам дает. Так, что у нас еще на первом этаже? Бойлерная и... Да блин. Что ж пусто-то все, а? Так, что тут еще есть? Ну там понятно, там кухня. Так, есть тут какие-нибудь деньги? Письмо. Монетки. Монетки, монетками. Монетки, монетка, розе. Так, картина. Картину не подобрать. Вот, рядом амулет. Один готов. Ты же не видел, откуда я стрелял, правильно? На тебе в затылок. Что? Зараза. В смысле? Еще кто-то? У нас потери. У вас? Да не, у вас нет потерь. Вот теперь есть. Столько народу сдохло. И ради чего? Еда. Еще монетки. Чай слишком горячий, ванна слишком холодная. Минус горничная. Так. Здесь нам... Опа! 15 монеток, супер. Так, смотрите, какие сортиры у них. Просто невообразимо крутые. Пафосные, я бы сказал. Не крутые, а пафосные. Так, здесь мы убили двоих. О, комната. С ловушками. Эти ловушки, короче, током бьют. Я не знаю, как их обойти. Привет. Ничем не могу. Я знаю. Ты ничем не можешь мне помочь. Вырежем немножко народу. Ну так, чисто ради разнообразия. Блин, нам бы как-то вот эти ловушки... Дорогое хобби.
Да, дорогое, но вот как бы их обойти? Фиг его знает. Ладно, пойдемте наверх. Так, тут ничего нету. Минус еще одна горничная. Так, здесь та же самая записка, что и была. Так, два электрических патрона. Я слышу, где-то амулет. Вот где-то вот здесь. Так, княженция. Ага, нет, стоп. Остаться в доме. Это мы типа уже на выход, что ли? Нифига себе. Да, быстро, быстро. Ладно, тогда пошли по центральной лестнице. Стоп. Вот эта картина мне... меня привлекает. Столько картин, да, и ни одну собрать нельзя. Так, вот написано, амулет рядом. Наверное, где-то здесь. Опа! Ясно. Не видела ее, но Дауд говорит, что забыть это место невозможно. 200 монет. Супер. За одну картину-то. Арф. Так, вот, я слышу его. Стоп. Погоди-ка. А, это предел. А где? Это что такое? Мягкие стены. Рояль. Вот написано, типа, амулет рядом. Поехали на второй этаж. Может, на втором этаже где? Да, вот он. О, а я в эту комнату? Я в эту комнату не заходил. Ладно, поехали на третий. Вот эта штука очень сильно взрывается, если в нее попасть. Оу. А, да, точно, коктейль Молотова. Совсем забыл. Так, здесь остается, в принципе, только... по одной комнате. Сейчас мы вот это вот лутанем. Я посмотрю, вдруг я что здесь интересное найду. Так, еще одна такая же записка. Так, немножко еды. Опа, взломщик. Взломщик — это хорошо. Взломщик — это чудесно. Так, ну вот зачем ставить ящик, да, который открывается и в котором ничего нету? Ну хотя бы запихнули бы туда одну монетку. Так, граната. Так, ну а теперь пошли. Так, возьмем с собой тогда гранату. Ой, гранату этот. Ножи. Кто там? Тихо. Тихо, тихо. Необычный сейф. Но я их столько взломала. Справлюсь и с этим. Серьезно, мы справимся с таким сейфом? Не, я уверен, мы справимся. Так, здесь ничего. Нам бы код к нему найти. Опа. Так, здесь тоже ничего. Книжка. Ключ от сейфа. Песня. Так, включить. Тихо. А, сведения. Ну, предметы это понятно. Сведения. 422. Какой-то... код есть. А, не, 422 мы уже использовали. Это...
как раз был код от какого-то сейфа. А, ну да. Не подойдет. Стоп, а вот это? Так, включить. Что-то не так. Так, выключить. Давай Рождество. Что-то непонятно пока. Не то. Так, ну либо здесь где-то должна быть еще одна такая хрень с кодом от двери. Так и манит меня, манит. Чертов сейф. Так, ну ладно. В принципе... Шаньюнь, мне пришлось бы отдать целое состояние, чтобы его послушать. Но я здесь не за тем. Это что такое? Это у нас уже есть. Патроны. Вы видите, да? Так, во, княженцы. А я, знаете, походу я вырубил эту хрень, которая внизу стояла. Так, тихо. Нифига себе, вот это вот ванна. Да, красиво жить не запретишь. Красиво жить не запретишь. Так, что у нас тут? Мы его убили, кстати. Там вроде какое-то задание выполнилось. Так, ну здесь больше ни черта нету. Хотя нет, вот что-то еще. Ну это Шаньюнь опять. Так, тут у нас что? Пусто, пусто, пусто. О, во, как. Похоже, тот нож. Да, Дауд был прав. Глобус? Который мы в одной из серий нашли. Так, здесь бухло одно. Мужик побухать любит, видно. Так, пойдемте-ка кое-что сначала вскроем. Да-да-да-да-да. Мы ж не... Вон она. Тихо. Дайте попробуем. Хрена себе. А как тогда? Не понимаю. Стоп, мы вроде вырубили-то эту хрень. Ведь правильно? Ну, из этого следует, что они... Я видел уже, да, там лежал как раз вот эта музыка. Любопытное устройство. Так, я знаю каждую новую песню, но сколько... Блин, нет, стоп, где? Вот, я сейчас врубил эту хрень. Ну, может быть, там вырубится все? А как нам тогда туда попасть-то? А, стоп. Это новое. Перфокарты быстро распродаются. Все элементарное просто, блин. А я-то думал, гадал, как, что, куда. Ой, типа смычок, да, великого Страдивари. Так, эти картины не взять. Здесь, в принципе, брать тоже нечего. Ну да, там какая-то гитара, балалайка, хрен знает что.
Все, слава богу. А я-то думал, что это за странный механизм такой. Пойдемте его вырубим на всякий пожарный. Так, это комната для психически неадекватных. Я просто не знаю, фиг его знает, что это такое. Но вдруг нам помешает он, это устройство. Так. Вроде... Так, вот и записка. Вот, оба ключа. Мы нашли какие-то ключи. Улучши снаряжение в... Вот, короче, в какой-то лавке надо... Думаю, третий главарь безглазых — Долорес Майклс, директор банка. Но прежде чем грабить банк, нужно поговорить с Даудом. Дауд? А. Да, все. Странно то, что улучшений нету никаких пока что. Там нам, чтобы создавать амулеты, нужно специально прокачаться. А вот я посмотрел, что-то полазил, нигде нету прокачки навыков вообще никаких. То есть навыки как бы, ну нету их. Есть только несколько, вот три штуки, что крысы думают или знали. Вот. Ну и всякий бред такой, то есть нет ничего такого путевого. Вот, смотрите. Кстати. Рядом есть амулет. Знаем того, что знаем. Нам стоит бросить их и вернуться в Бригмар. Там кто-то есть? Кто там? Эй, а, вон амулет. В порядке. Пошли отсюда. Я помню, в предыдущей части, если мы убивали кого-то, да? То есть, чем больше мы валили народу, тем больше было крыс. Это мы всегда помним то, что с нами сделали. Нас не спрашивают, хотим ли это. Фига себе. О, пойдемте вот сюда сходим. Что это у нас? Шлюпка. А, то есть, типа, либо на шлюпке, либо на карете. Тут два варианта, да? В принципе, разницы нет, что мы выберем. Тут либо на одном, либо на другом. Да, в падший дом. Так, дальше. Монет я не нашел. Смотрите, в этой области 4700. И еще 8 амулетов. И 3 картины. Ха, круто. Так, какие-то задания выполнили. Так, тут какие-то выполнили. Ага, некоторые... Да мы все провалили, походу. Да, мы все провалили. Нет, продолжить. Не буду я заново это все проходить. Денег, конечно, не наварились. Ну да фиг с ним. Я думаю, мы переживем. Это трагический момент в нашей истории. Я чувствовала в Дауде силу бездны. Все, кто был близок к нему, могли творить невозможное. В мгновение ока перепрыгивать с крыши на крышу. Падать на врагов острыми тенями и беззвучно резать им глотки. Я заставила Дануэл заплатить за свои страдания, за страдания близких. Теперь чужой все это вернул. Не знаю почему, но это приятно. Мы убили столько богатых ублюдков, которые издевались над нами. Мне казалось, что это справедливо. Виноват ли в этом чужой? Где живет скверна, в бездне или в нас? Ведьмы в ожерельях из пальцев и зубов. Города, объятые хаосом. Теперь безглазые применяют на улицах черную магию. А их главари держат под замком еще более страшные тайны. У них есть нож, который превратил мальчика в бога. Возможно, единственное средство уничтожить его. Чужой знает, что я хочу его украсть. Знает ли он для чего?
А, то есть мы еще и не украли нож, мы только ключи собираем к нему. Ха, понятно. Ты подарила мне его на счастье, Дейрдри. Не знаю, помог ли он хоть раз. Может пригодиться теперь. Я готова грабить банк. Грабим банк. Это хорошо. Я-то смотрю, тут всего 8 глав. Да, задания. Предметы. Ключ, шанью. Ну да, ключи. 1000 у нас всего монет. Сведения, задания. Поговорить с Данулом, вернуться к Верна. Ага, понятно. А мне интересно, а вот где... Вот, видите, требуется создание амулетов. Это понятно. А вот где их создавать? То есть здесь вот способности сверхъестественные. Здесь вот оружие. А как... Вот... Короче, я не знаю, как использовать способности. Точнее, прокачивать их. Что это такое? Там что-то появилось новое. А, это бред, история какая-то. Еще истории. Пора. Скоро у тебя будет нож. Долорес Майклс владеет и управляет банком. Я осмотрела его и поговорила с людьми. Пробраться туда можно. Правда, еще никому не удалось его ограбить. У других не было на... Так, ладно, погнали. Ты видела больше... Долорес Майклс. Сектантка и банкир. Так, экипаж, шлюпка. То есть, в принципе, разницы никакой нет, да? Кстати, прежде чем мы начнем всю эту бредятину... Дауд такой слабый. Я хочу попробовать... Возможно, я больше его не увижу. Предвидение. Я понимаю, что мы тратим ману там, да? Все дела. Ну так, посмотреть, вдруг я что пропустил. Вроде нет. Так, погнали. Отправляемся в верхнюю Кирию. Да, на лодочке. Красиво. Это у них типа порт. Интересно, что нас здесь ждет. Да, грабить банк, конечно, будет тяжко. И... Когда я смогу пополнять здоровье и ману? Вот что меня интересует больше всего. Это самое для меня сейчас важное, потому что, ну, я не знаю, как я что-то упускаю, не знаю. Посмотрим. Так. А, мы вернулись назад, да? Так, банк. Дом старого банка. Так, дом старого... Стража банка? Это что такое? Это... Откуда я вообще знаю, что такое? Только надо понять. Скорее! Чем дольше мы здесь торчим, тем больше шансов, что нас схватят. Думаешь, справишься с этим замком без... Тихо. Просто кто-то там что-то пытается вскрыть. Требуется ключ. У этого чувака кирка, а там что-то есть. Я картину вижу. Минимум картина. Как максимум еще амулет. Так, тихо. Да, вот это уродская картина. Амулет, слитки. Надо найти, у кого ключ. Так, это что? О, контракты и черный рынок. Пошли на черный рынок. Стоп, а... Так, нам бы в черный рынок сходить. На черный рынок. Беспорядки?
В нашем районе? Кто вообще впустил сюда весь этот сброс? Эй, кто? Пошли отсюда быстро. Не заставляй меня за тобой напиться. Так, ага. Из грязи в князи и снова в грязь. В клубе. Так, кто-то спят. Когда я только приехал. Понятно. Короче, вот эту хрень. Вот картина, как раз. Тише воды, ниже травы. Короче, что-то украсть надо. И станы карманы. Ага, и обворовать одного из этих ушлепанов. Привет. Мое почтение. Здесь вас ждет самое лучшее. И никаких лишних вопросов. Твою мать, ну наконец-то. Так, что у нас здесь? А здесь гранаты. Взломщик пока ладно. Хрен с ним. А, так, поражает. Штопенька кривит. Так, почти везде срабатывает от вибрации. Это что такое? А, это я мины? Я поменяла сигнализацию. Не волнуйтесь, здесь все под надежной защитой. Да мне как бы волноваться не стоит, да? Все ясно. Так, это бегать тише. Больше боеприпасов, само собой. А, гранаты. Это, так, оптика со вторым уровнем увеличения. Нахрен. Снижает получаемый урон, да. Уверена, вы будете довольны покупкой. Так. Этот магазин совсем недавно стал моим. С бывшим хозяином случилось несчастье. Догадываюсь, какое. Люди предлагают вознаграждение за самую разную работу. Взгляните на объявление. Они могут вас заинтересовать. Три амулета. Заглядывайте еще. Знаешь, что я с тобой сделаю, когда узнаю код вот от этой двери, блин? Здесь где-то ключ должен быть. Секунду. Рада была вам помочь. Я рад, что ты рада, но нам надо как-то попасть за здание, вскрыть там все и грабануть ее. Так, ладно. Здесь мы побывали. Так, банк. Доллар Майклсон. Аптека. Пойдемте в аптеку. Теперь у нас 15 ножей. Рядом есть амулет. Это газета. А, ну это те самые амулеты, которые мы... Дверь заблокирована. Ладно, фиг с ним. Да, это те самые амулеты, которые продаются там. Так, псинка. Псинка сдохла. Думаешь, тебя не слышно? Думаю. О, кстати, а птицу можно сшибить, интересно? Не хочу пока в открытый бой вступать. Так, что у нас тут есть? Зараза. Так. Странный вид. Что? Сейчас он подойдет, я его зарежу. Интересно, кто это был? У нас потери. Само собой потери. А второй раз примагнитишь? Ну спускайся быстрее. Здесь что-то не то. Ага. Так, эту хрень мы украли. Кстати, мы задание должны были выполнить. Да. Задание для... Талантливых карманников на площади Кадма. А здесь, в верхней Кире, держит элитного гвардейца. К его поясу прикреплена записка, которую она должна достать сегодня вечером. Будьте добры украсть эту записку так, чтобы этого никто не заметил. Если вас поймают, денег вам не видать. Гвардеец труп. Да, замечательно.
Походу, это тот самый гвардеец. Ну, просто тут, в принципе, два варианта. Либо этот, либо вон тот, который там сидит. Валим. Кого-то убили. Изучение контракта. Стоит зайти к Терезии. Терезии? Оу. Так, там слишком... О, дом... Стража банка. Пойдемте. Стражу банку дойдем. Пообщаемся. Слушайте, здесь что-то как-то этих много, ребят, стало. Охраны. Тихо. Дядь, ты чё орёшь? Меня пугаешь. Тихо. Все, готово. Минус 3. Замечательно. Есть что у вас? Обгоревшие жопы. Добрый вечер, вклады и займы Майклс. Я хочу кое-что забрать. Так, погодите, квартира Терезы. Сначала квартира. Потому что там, скорее всего, будет что-то заныканное. Ого-го. А как нам туда попасть? Как не с помощью нашей способности? Ну давай. Опа. Ха-ха. Наглость второе счастье. Так. Химикаты какие-то налиты. Здесь у нас, в принципе, ничего такого. О, боеприпасик. Так, а здесь у нас еще... Гранаты? Ладно, фиг с ними, с гранатами. Так. Ну, тут мы, в принципе... Тут, да, в принципе, мы больше ничего не найдем. Так, это какой-то бред, как... Опа, тихо. Чё это она написала? Так, хрень знает, что мы написали. Какой-то билибердень. Так, тут у нас что? Еще парочка боеприпасов. Так. Хрена себе, мы в камешки превращаемся. Так. Тут что у нас? В принципе, больше ни черта нету, да? Только вот через дверь выйти можно. Оу. Как раз в квартиру к Терезе идем. Привет, Тереза. Ой. Клянусь чужим. Вас прислал банк? Не хочу вас разочаровывать, но у меня ничего нет. Из кости ворвы не выжмешь. Так им и передайте. Чего? Я не из банка. Я видела, что аптека вашего отца закрылась. Вы не знаете, где еще я могу найти Лауданум? Знаю. На аукционе. Отец разводил Лауданум вручную. Короче... Уйди отсюда. Нам надо будет сейчас украсть там что-то на аукционе. Как раз таки. Но валить тебя нельзя. Хотя... Кто сказал, что нельзя, да? Ведь можно, да? Можно, но у тебя... Осторожней! Да не ссы, все нормально. Ночью будет. Опять не могла заснуть. Надо бы попить этих микстур, но они денег стоят. Так,
аукцион. Пойдемте-ка на аукцион сбегаем. У нас время пока есть, в принципе. Надеюсь, мы сейчас не спалимся. Ни перед кем. А что здесь? О, дверь заблокирована. Замечательно. Лот Сьенфуэгоса выглядит привлекательно. Эта картина. Мама будет в восторге. Я не могу идти в таком виде. Нужно другое лицо. Тихо. Мне нечего вам сказать. Нет, нет, нет! Что я не обязан проверять жернова. Вечером будешь? Иногда кажется, что она специально глухой прикидывается. Нет, не в этот раз. Вы на аукцион? Садитесь. Скоро выставят следующий лот. Минимальная ставка 280. Ну, я знаю, что хочу купить. Последний. Когда возобновится этот аукцион? Что да, Верба, все имущество аптеки. Знаешь новость? Кто-то убил Айвина Якоби среди бела дня. Говорят, произошло прямо здесь. Фига себе. Дамы что? И господа, здесь? Посмотрите на эту великолепную картину, подписанную самим... Твою мать! Так, тихо. Воу-воу-воу, полегче. Полегче, полегче. Так, что бы против них использовать? Во. На помощь! Помогите, люди, кто-нибудь! Человеку неплохо, человек сдох. Когда к тебе относятся как к грязи, остро чувствуешь одиночество. Так, тут у нас что? Так, опа. Ресурсики, ни хрена себе, 100 монет. Так, я так понимаю, лицо действует не так уж и долго, да? То есть, в другой раз надо запомнить, что лицо действует не так долго, как бы хотелось. Так, тут ни черта. Не трогайте меня! Спрячем. Так, воздуховод, в принципе. Кто там носится? В принципе. Тут можно еще и поворовать, оказывается. Я вроде в тот раз все украл. Странно, что здесь опять что-то появилось. Не, реально странно. Деньги, патроны. Да ё-моё. Немного еды, опять деньги. Так, еще денежки. Опять еда. Ну, просто она стоит, вздыхает, бесит меня. А, вот как раз. В смысле? Странно, почему дверь заблокирована? Что за? Так. Дом стража банка, а нам... Блин, куда нам... Куда нам бы отправиться? Я бы, заразись я личинками трупных коз, я бы, наверное, наложил на себя руки. Так, ладно. В принципе, я сейчас по побочным заданиям тогда пробегусь, посмотрю, что да как. И мы уже в следующей серии продолжим. Кстати, куда ведет эта хрень? Никуда. Ясно. Ладно, на этом я буду пока что заканчивать. Продолжим уже в следующий. Погодите-ка. Так, все. Избавились от охранника. На этом я буду заканчивать. Продолжим уже, само собой, в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока!